Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сегодня у нас будет катка на СУ-100Y. Обзор на данную машинку я уже делал, обзорчик на канале есть, и в конце видео вот здесь наверху появится ссылочка-подсказка на данный видос. Кому хочется заценить машину по другим еще каткам и плюс еще по характеристикам самой машины, заходите по ссылочке, которая будет в конце видео, ну и, соответственно, смотрите себе в удовольствие. Я вам буду безумно рад. Итак, ребят, почему будем обсуждать сушку? Дело в том, что данный сарай выложили сейчас на продажу. Вот он, товарищи, выпал на продажу за 2000 голды. За 2000 голды вы покупаете ПТ-шку с очень длинной седой бородой, потому что в игре она столько, сколько я себя в игре помню, а я играю уже 8 лет. И раньше данную сушечку можно было приобрести, просто зайдя в дерево развития Советского Союза, она там сверху висела. Бери, не хочу. И стоила она тогда, если я не ошибаюсь, где-то в районе 5600, что-то такое. Ну, короче говоря, ценник был на нее не сильно маленький. На сегодняшний же день выставили уже этого старичка за 2000 голды. Но это не удивительно, очень много новых машин, и мало ли, насколько много желающих приобрести сушечку. Итак, за 2000 голды вы получаете довольно неплохой наборчик. Вы получаете саму СУ-100Y, знаменитую машинку. Очень спорная машина, но на любителя. Вы получаете вот эту вот дребедюху, которая смайлики показывает, но сразу вам обозначу. Вы эти смайлики, ребят, видеть не будете, потому что когда вы играете на машине, вот, допустим, на данной машине смайлик у меня этот есть, то когда вы на ней играете, этот смайлик, ну, как бы не особо ты его видишь, вроде бы как бы дублируется, но, согласитесь, маловато, да, и, короче говоря, прикол, честно говоря, такой себе. Но это мое личное субъективное мнение, по крайней мере, за бабло я бы его точно не взял, ну, а коль его насыпают в комплекте, то почему бы и нет. Итак, ребят, идем дальше. Легендарный камуфляж, но, честно говоря, мне он как-то не сильно нравится, он под сушку не сильно подходит. Сушка — это такое кустарное создание, которое должно прятаться в основном где-нибудь на дальниках в кустах, ну и, соответственно, оттуда накидывать свой довольно-таки некислый урон. Что касается того, что еще идет. Есть 10 раз по X5 на СУ-100Y, может, кому надо. Ну и открытое полностью все оборудование. Мелочь, но приятно. Слот в ангаре не считаем, без него просто машина не встанет, поэтому разрабы его ставят всегда в набор. Итак, давайте очень, ну прям совсем очень-очень кратенько вернемся к орудию данной машины. Ее все знают по одной простой причине, эту пушку. Потому что у нее есть довольно прикольная вещь в виде повышенного уровня урона на голдовых снарядах. Безусловно, если вы будете играть там на голде и часто ее использовать, то машина не то, что там фарма никакого вообще приносить не будет. Вы будете играть в минус. Но есть и позитив. Если вдруг вы на 100% уверены, что вам пробить противника, ну, как бы удастся, да, получится, и вам необходимо ему нанести повышенный урон, допустим, для того, чтобы выбросить его в ангар, то есть, образно, у него запас прочности 490-500. Вот если вы бросите бронебойным обычным, вы его не доберете. А вот если вы бросите бронебойный голдовый, то вы его с высокой долей вероятности, практически 100% при таком запасе ХП, отправляете отдыхать в ангар. Согласитесь, это довольно прикольно и интересно. Ладненько, что касается технических характеристик, как я уже сказал, смотрите в конце видео в правом верхнем углу ссылочку, заходите, и будет вам обзор. А пока мы запрыгиваем непосредственно в сам замесик, я хочу предложить каждому из вас, кто не подписан на мой канал, подписаться. И могу аргументировать почему. Потому что на моем канале вы найдете видео абсолютно не заинтересованного ни в чем обзорщика, которого не проплачивает Wargaming либо кто-либо другой за то, что он будет делать рекламу той или иной техники либо товаром в магазине. Я катаю технику средними руками, я не суперскилловый игрок, а значит, если вы средняк, а уж тем более если вы рак, то вам будет с моего видео гораздо понятней, стоит ли вам приобретать ту или иную машину, стоит ли вам качать ту или иную машину. Поскольку то, как она будет чувствоваться в ваших руках, ближе к моим обзорам, чем к обзорам именитых ребят, которые суперскилловые игроки, знают на память все цифры, знают, чего ожидать от разъезда и так далее. Я же просто играю в основном в удовольствие, так как умею. Поэтому, ребят, если вас интересуют честные обзоры на технику и товары в магазине, пожалуйста, в правом нижнем углу есть желтый шильдик, наводите на него мышь и в один клик становитесь постоянным зрителем моего канала. Спасибо вам заранее большое за оценку моих трудов таким образом. Сейчас очень-очень дико мне не повезло. Мог забросить сейчас в башенку по бульдогу.
Но, к сожалению, не вышло. Время перезарядки орудия, блин, действительно километровое. Мне не нравится. Точность орудия... Ну вот, видите, два шота по полному сведению, и все равно снаряд заходит постоянно ниже. Не знаю, ребят. К старичку вообще необходим подход. К нему необходимо привыкнуть, его необходимо прочувствовать, его необходимо на каком-то, я бы сказал, интуитивном уровне чувствовать, ну и тогда будет вам счастье. Ну вот, счастье от стрельбы на голде... Вы сейчас увидели, я мог бы, в принципе, добрать его, скорее всего, и на обычном бронебойном базовом снаряде, но решил не рисковать. Мало ли, вдруг, чё как, потому что сейчас я два раза не смог откинуть так, как надо, ну и решил третий раз не рисковать. Итак, еще раз испытываем судьбу по точности, но в данный момент мне повезло. Вообще, честно говоря, стрельба из этого дрына на дальних расстояниях — это та еще рулетка. Ты вроде бы уверен, что сейчас должно залететь, но, к сожалению, не залетает. От этого становится, честно говоря, порой очень грустно. Но, когда вы накидываете все-таки точно и нормальный урон, который может данная машина наносить, в кого-то залетает, вы чувствуете себя, ну, не знаю, каким-то практически козырным имбовым чуваком. Вот, пожалуйста, результат по первому бою. 4 фрага, но, как видите, бьется данная машинка, ну, просто-таки на ура. Осталось сейчас разобраться, кто кого, потому что... У них осталась одна ПТ-шка, я не знаю, чего от нее ожидать. От нее ожидать можно чего угодно, заехать может с любой стороны, машинка, в принципе, подвижная. Но мне же не хотелось бы с ней встречаться, так как, сами понимаете, при 69 единицах ХП-шки я, в принципе, крайне легкая мишень. В меня влетают фугасы вполне спокойно, я картонный до безобразия. Как только я попадаю в прицел, я занимаю... Ну, я бы не то что занимаю весь прицел любого танка, да, то есть круг разброса. Я занимаю несколько кругов разброса, а значит промазать меня практически невозможно. Вообще в сушку, как вы видите, прилетает даже вот в маску орудия, да. Поэтому, ребят, будьте готовы к тому, что если вы покупаете данную машину, игра на первой линии вам противопоказана прям совсем. Вы, ну, как бы, должны выезжать на первую линию только в случае, если вдруг совсем безнадега. И без того, что вы выйдете на первую линию, ну, вариантов больше никаких на победу не будет. Тогда да. А так, в основном, сушка — это машина для работы на дальних расстояниях. Однозначно, только на дальних, только при полном сведении. Но, короче говоря, я бы сказал, на очень-очень аккуратного игрока. Ну что, поехали посмотрим. Сейчас Т-150 попытается сделать хоть что-то. Я переключусь на голду по одной простой причине, потому что без голды сейчас, ну, как бы не вариант совсем выезжать. Мне надо дать максимальный урон по этому товарищу для того, чтобы увеличить наши шансы на победу. Что у нас по фугасу? Фугас на 520 очень хорошо вошел сейчас в ВЗ-шку. Мне, честно говоря, понравилось. Ну и сейчас будем надеяться на то, что все-таки победа будет за нами. Ускоримся. Возьму голду на всякий случай. Мало ли, что там вдруг, как, что. Ну и попытаемся в него попасть, что ли. Попали, броню не пробили. Ну и, честно говоря, начинается немножечко напряг. Потому что сейчас у меня КД, а он едет на меня. Боже, помоги, а. Да, ребят, повезло. Очень повезло. 5 фрагов. Я все-таки успел перезарядиться. Ну и вот вам результат. Голда — это не панацея. Все-таки бывают рандомные дурацкие рикошеты. И, честно говоря, у меня сейчас немножечко подзашкаливал пульс. Результат — 1477 единиц фраг. Ой, господи, единиц урона. Есть 5 фрагов. Знак классности первой степени, очень приятно. Что касается, ребят, фарма. Значит, смотрите, с учетом включенного према, за вот такой вот бой, который я лично считаю для себя один, ну, где-то на 500 боев на сушечке. Ну вот, получается вот такой вот фарм. Поэтому, если кто-то думает, что это машина для фарма, нет, ребят, фармить на данной машине, ну, вы не сможете прям косить серебро и грести его лопатой. Что касается урона в команде, 3-е место. Но, ребят, согласитесь, отыгралась сушка в данный момент довольно-таки неплохо.
Ну что, ребят, покупать или не покупать? Я, честно говоря, не люблю давать советов, прям берите, 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 но скажу просто за себя. Лично я бы, если бы у меня этой машины не было в ангаре, за 2000 я бы себе ее взял. Брать ли вам? Вопрос вашей копилки, ребят, я никого не агитирую. Но и меня, честно говоря, иногда пытаются, да, там как-то ткнуть тем, что я рекомендую что-то и работаю на кого-то. Ребят, я протестовал против покупки игроками машин за 17, за 20 тысяч голды. А за 2000 я бы рекомендовал все-таки к этой машине присмотреться. Я думаю, вы понимаете, что если бы я был заинтересован, то я бы рекомендовал какие-нибудь машинки подороже. На данный момент у меня все. Смотрите обзор на данную машинку у меня на канале. Покупайте себе в удовольствие, либо не покупайте себе в удовольствие. Решайте исключительно вам. Подписывайтесь на канал, буду вам безумно признателен и рад всегда на своих видосах. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А на данный момент у меня все. Это были катка на Су-100Y и GSN в компании с ней. Пока-пока, до встреч, мира вам и спокойствия.